Перед поездкой обязательный звонок. Нужно узнать, в чем нуждается медицинское учреждение. Сегодня в повестке дня одинцовских единороссов – Ершовская амбулатория. Мы сегодня подарим 1000 масок и поговорим с врачами, поддержим их. Ну, в преддверии Нового года, наверное, пожелаем им счастья, чтобы пандемии больше не было, чтобы им легче работалось. Ершовская амбулатория, как и все учреждения здравоохранения, работает в усиленном режиме. В день в среднем по 80 вызовов. Главная цель медиков – помочь пациентам справиться с коронавирусной инфекцией дома, чтобы избежать госпитализации. Большая задача стоит амбулаторно-поликлинического звена. Сейчас именно в связи с тем, что большая госпитализация. И мы работаем на упереждение, во-первых, выданные их атесты. Мы сейчас, можно сказать, прямо на поле боя первые, кто... Дифференцируем и ставим диагнозы и лечим. Средств индивидуальной защиты хватает, но лишних нет. Впрочем, важна не только материальная помощь, но и поддержка. В ней особенно нуждаются медики, борющиеся на передовой с COVID-19. Есть некие материалы, которые необходимы каждый день и в большом количестве. Поэтому мы организовались, и вот Вячеслав Киреев, в том числе и наши иные вместе депутаты, и поэтому мы хотим малую такую толику внести, увидеть вас в первую очередь и в глаза сказать слова благодарности за ваш труд. Раз в неделю, а то и чаще, такие акции в рамках проекта «Здоровое будущее» единороссы проводят регулярно. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».